Здравствуйте, дамы и господа. Представляю вашему вниманию мехмод, изготовленный мною собственноручно. Мы запускаем в небо ракеты. Я подумал, а можем ли мы сделать мехмод? В магазине самый дешевый мехмод стоит 1500. Нам он обошелся, можно сказать, практически ничего. Мехмод собой представляет трубку из нержавейки, на которой нарезана с двух сторон резьба. Просверлены отверстия по спирали для отвода воздуха и для красоты. Две заглушки. Заглушки, которые сверху, куда прикручивается дрипка, клеромайзер. Толщина вот этой вот стенки 3 мм, чтобы контакт у нас выпирал плюсовой. Резьба М7, шаг 0,5, стандартная. Вот это вот, если кто-то будет сам делать. Вот она легко прикручивается. Сюда. Резьба, что здесь одинаково, то есть местами можно менять, как хочешь ее крутить. Аккумулятор. Здесь аккумулятор Рабитон 2200 мАч, 3,7 вольт. Второпластовая шайба с неодимовым магнитом в середине, чтобы края. Здесь металлическая кнопка. Одинаковые полюса, как мы знаем, отталкиваются. Вставляем, прикручиваем дрипку маленькую такую. Вставляем аккумулятор, кнопка с магнитом. Вот так вот она работает. Магнит ее выталкивает. Контакт всегда разомкнут. Сам уже не нажмется. То есть достаточно хорошо выпрыгивает. То есть все будет достаточно, все быстро и просто работает. Аккумулятор. Сильный достаточно магнит, маленькая таблеточка, в любой игрушке детской можно достать его оттуда. Выключаем кнопку. В кнопке сделан паз, чтобы можно было нажимать. Пробуем. Маленькая дрипочка. Где-то 1 Ом сопротивления. Можно прикрутить обычный клеромайзер. Все, вводим. Стоит ли переплачивать за китайское говно? Вот это не взорвется у вас, лицо не разнесет. Трубка нержавейка, толстостенная. Мужская, брутальная трубка. Спасибо за внимание.